Так, это у нас 27 августа 2021 год, Харьков, 23:28 по Киеву. В Харькове дубль второй ISO-400, предыдущий был 125. По-моему, очень даже ничего. Качество съемок. Сейчас будет еще Сатурн с Юпитером. Ну, то есть Сатурн с кольцами, а Юпитер со спутниками, но они точно будут. Вроде никаких облаков я не вижу. На удивление. Ох ты, шикарно как. Просто шикарно. Да, как будто дроби в пластилин стрельнули, в жидкий, в жидкую грязь, один к одному. Хорошо, не будем затягивать. Идея такая, поснимать сейчас наше замечательное спутники планетки на разных настройках светочувствительности. А думаю, это все сравнить. Тускло, не тускло, четко, не четко. Так, да что ж такое? Никак не получается поймать. Сатурн. Ну ты представляешь, что ж такое? Идеальная погода, а я никак не прицелюсь. Вот тебе, пожалуйста, 1 350 000 000 км до Сатурна. Видно в окуляре просто шикарно. Ух, не знаю, почему не передается так на экране. Я натурально полосы на Сатурне вижу, на самой планете, в окуляр.
удивительно. Хорошо, поехали. О-о, штатив мешает. Ножки штатива чуть-чуть. Немножко поманеврировал. Так, там у нас сейчас красота с Ганимедом и Ио. Так, сейчас, секунду. Штатив на траве стоит, совсем все качается. Так. Сейчас мы видим три спутника. Но это мы видим не три спутника. Справа от Юпитера два спутника слились в один. Сейчас я попробую это доказать визуально. Ну, не знаю, мне в окуляр видно, что это два спутника. Один над другим. Ганимед выше, Ио ниже. Очень любопытная конфигурация. Ну и даже экваториальную полосу я вижу на Юпитере. Так, сейчас буду уменьшать выдержку. Спутники будут видны хуже, но... Экваториальные полосы должны быть видны четче. Ой, ну намного. Ёлки-шмоталки. Это очень классно. Ну, сейчас я буду опять резкостью играться. Да, ну... Идеальной резкости нет, супер. Наверное, вот это лучший вариант. Да, ну экваториальные полосы видно очень четко. По крайней мере, в окуляр. Хорошо. Сейчас я... Опять выдержку увеличиваю. Ну, по-моему, видна сдвоенность спутника Ганимеда и Ио справа.
Так, вот к нам в кадр попал слева теперь спутник Европа. А спутник Каллисто, наверное, уже будет, когда Европа с Ганимедом исчезнут. Также Юпитер исчезает. Вот он, Каллисто слева. Хорошо. Ладушки, ух ты, господи, ты посмотри, чуть не грохнулся. Пошли, закончим на Луне традиционно. И поменяем сейчас ISO. С 400 нынешних на 800. По моим субъективным впечатлениям, а какие еще могут быть впечатления, ISO 800 это ровно та светочувствительность у этого фотоаппарата, которая максимально близко передает невооруженным взглядом, как мы, невооруженным глазом, как мы видим небо, звезды и луну. Шикарно, шикарно. Седьмого августа 2021 год, Харьков, 23:40 по Киеву в Харькове.